известная на весь мир 17-летняя экоактивистка Грета Тунберг сделала официальное обращение к соратникам. По словам школьницы, она и другие активисты должны прекратить выходить с протестами на улицы. Для того, чтобы качественно противостоять вирусу, считает активистка, нужно бастовать против него не на улицах, а дома, через социальные сети. Свое обращение Тунберг опубликовала 11 марта на своих страницах в социальных сетях. «Мы не можем ничего сделать с кризисом, но если мы будем относиться к нему, как к таковому, нам следует объединиться с экспертами и наукой. Это, безусловно, касается всех кризисов. Теперь же эксперты просят нас не выходить на публичные собрания, чтобы таким образом замедлить распространение», – прокомментировала она ситуацию. Активистка считает, что она и ее соратники могут найти способ, которым можно сообщить жителям нашей планеты о климатическом кризисе, и при этом не выходить из дома. По ее словам, первая такая интернет-забастовка должна пройти уже в ближайшую пятницу. Сложнее всего ситуация остается в Китае, где и находится эпицентр заражения. Второй по численности заражения страной оказалась Италия. Там от вируса уже умерли сотни людей, тысячи людей продолжают лечение. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.